Дорогие друзья, всем привет! Из города Мерсин, района Давултепе, что непосредственно близости к Соли, к Меркезу Мизитри. Это компания Arbat Homes, я Шалкар, за кадром Никита. Сегодня мы обозреваем квартиру в новом доме, который у нас сдастся буквально уже через 2-3 месяца. Напомню, район Давултепе, здесь до моря буквально 200-250 метров. Это квартира 2 плюс 1, как и все здесь. Здесь 4 квартиры на этаже, посередине 2 плюс 1 и по бокам угловые 2 плюс 1. Мы сейчас находимся в том, что посередине это шоу-рум. При сдаче у нас обязательно будет шкаф при входе, домофон стоять. Здесь у нас это уже отдельный элемент, который можно докупить отдельно. То есть при сдаче здесь будет просто стена. Но вот стена у нас, которая напротив кухни, она будет также задекорирована. Также у нас при сдаче будут обязательно батареи, радиаторы, сложные потолки и, конечно, выкрашенные стены, кухонный гарнитур. Здесь давайте мы пройдем в зону, где у нас есть остекление балкона. Балкон у нас совмещен с жилой зоной, больше пространства добавили. Здесь двойное остекление, достаточно плотное, то есть сохраняет энергию, достаточно широкая камера. Оно затемненное, оно сохранит вам и тепло, и прохладу. Много света с этой стороны, это южная, здесь все квартиры смотрят на юг. Угловые могут смотреть еще и на север, на юг и на запад, либо восток. Мы с вами пройдем дальше прихожую зону, и в прихожке у нас здесь сенсор должен был сработать. Ну, будет работать сенсор. Здесь у нас имеется первый санузел, полностью готовый под проживание. Это раковина, тумбочка, зеркало, душевая кабина, тропический душ, унитаз подвесной с функцией биде. Проходим мы дальше. Здесь у нас детская комната для одного ребенка. Может быть, и для двоих можно как-то устроить. Она небольшая. Я не скажу, что она крохная, но нормально. У нас здесь по шоуруму вместился шкаф для вещей для ребенка, кровать, рабочая зона, ну и какая-то вот у нас ниша для учебников. Конечно, сложные потолки, радиаторы и выходы под кондиционеры. Дальше мы с вами пройдем в спальную зону. Спальная комната у нас задекорирована в шоуруме. Понять, как можно обставить комнату. Здесь у нас дополнительно поставили такие вот, не то что прикроватные тумбы, а прикроватные шкафы целые. Очень много места они нам экономят. Сюда можно сложить вещи. А, тут даже можно повесить вещи на вешалке. Есть штанга. Есть, конечно, сами ящики. Этого не будет при сдаче квартиры, но дополнительно это можно будет дозаказать в таком же виде. Здесь у нас также имеется выход на балкон. Балкон нормальных размеров, с выходом под кондиционер и со шкафом для котла. Потому что, опять же, повторю, здесь есть газ. Газ очень хорошо помогает нам зимой сэкономить нам денежки при отоплении квартиры и при обогреве воды. Можете поставить котел, комби, и будет красота. Ну и давайте зайдем в еще одно помещение. Это родительский санузел. Как правило, родительские санузлы, они небольшие. Но здесь я не скажу, что они небольшие и не маленькие, они нормальные. Здесь можно спокойно разместиться на подвесном унитазе с функцией биде. Можно сходить в душ. Он примерно сюда 4 человека, как я, влезут. Удобно поставить сюда мыло, не знаю, там гель для душа и телефон даже. Тропический душ, обычный душ и выход под проточный водонагреватель. По качеству все хорошо ходит. В целом квартира очень симпатичная. Она небольшая, но и не маленькая. Нормальных размеров, простите. Нормальных размеров. Все квартиры 2 плюс 1 в районе Давултепе, 200-250 метров до моря. Очень близка городская инфраструктура. И на территории у нас будет иметься бассейн, детская площадка, парковка, барбекю зоны. Это нормальный, красивый дом, который сдается у нас к Новому году. Обращайтесь за ценами к нам на наш сайт arbathomes.ru. Пишите комментарии под нашими роликами в YouTube Arbat Homes. Пишите наш Instagram, следите за нашими группами в Телеграме. Ну и добро пожаловать в наш WhatsApp, если ответим на ваши вопросы. Это была компания Arbat Homes, город Мерсин, район Давултепе, Шалкар. А там, как всегда, наш Никита. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.